Привет, дорогие друзья, и это последняя часть похождений Симена Бельмонда, и нас ждет замок графа Дракулы. Странные глюки в эмуляции. Ну ладно. Это нам тоже не помешает уже. Что-то я как-то ступил. Ну ладно. Ну ничего страшного, начнем заново. Так как сердца нам и опыт уже не нужны. Жизни меньше не становится после смерти. Потери всего опыта. Не будем мучиться со стеной. Да, главное тут вниз не упасть было. Идем дальше. Не достает. Ну, плюсе. Хитрое растение. Да, явно какие-то грехи в эмуляции идут. Ну ничего, это не особо-то сильно мешает. Ну что ж, спокойно можем продолжать. Вот мы и приближаемся к замку Дракулы.
Завязшие деревья. Общий вид. Смерти. Желтые повевшие листва. Все говорит нам о том, что мы приближаемся к тому самому замку, где все начиналось и закончится. Самый близкий город к замку. Давно заброшен. Уже никто здесь не живет из-за страха. Но мы этого не боимся, мы пойдем дальше. Преграда. А не декорация. Главное, не останавливаемся. Вот если бы у нас не было креста и всех частей Дракулы, мы не смогли бы разломать данную преграду. Соответственно, попасть в сам замок. А вот он, замок Кослевани, разрушен еще с 1691 года, когда мы первый раз победили Дракулу, то есть в самой первой части Кослевани. Давно здесь никто не жил. Ни одного признака живой души вообще. Заброшенные коридоры. Но нас это не останавливает. Мы до сих пор продолжаем идти к своей цели, которая поможет нам излечиться. Так, нам явно наверх. Вот он, алтарь, куда мы должны принести и сжечь все части Дракулы. Но перед нами появляется сам дух графа Дракула. Хоть он не полностью набрался силы, но он также представляет опасность. Но не для Бельмонтов. Ну что ж, мы прошли вторую Кослеванию. Спасибо большое за просмотр. Но у меня так и не получилось дойти до хорошей концовки, когда мы побеждаем Дракулу и Симон выздоравливает при этом. А условие для хорошей концовки — пройти игру за 5 внутриигровых дней. У меня получилось намного больше, у нас средняя концовка. Мы победили Дракулу, но при этом Симон не излечился от своей болезни и вскоре умирает.
Ну, тоже неплохо. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока.